Отец, куда мы идем? Домой. Отец, может, я хочу поохотиться. Тогда веди. Мы с тобой, Атрей. Кто добыча? Олень. И куда мы идем? Туда, где есть олень. Хочешь поговорить о случившемся? Кажется, я что-то слышал. Сюда. Ему нужно время. Вот. Следы ведут в том направлении. Атрей, насилие нас меняет. Чувствовать эти перемены не слабость. Мы все их чувствуем. Мы на верном пути. Вот тут он сломал ветки. Идем. Я все вижу его. Нож, Брока, лицо Синдри. Сын. Вон он. Локоть вверх. Не спеша и точно в цель. Зачем? Он убегает. И мы тоже. Я не понимаю. Когда животное ранено, ему надо излечиться. Иначе смерть. Мы были ранены. А это... Это отвлекает. Я виноват. Нет. Нет. Нужно найти Синдри. Я даже знаю, где он может быть. Веди. Может, поедем на санях? Мне надо подумать, что ему сказать. Конечно.
Я всюду вижу напоминания о своих ошибках. У наших действий есть последствия, и память о них – это не наказание. А похоже. Если бы я... разоблачил уловку, на которую мы все попались, остановил нападение, которое не мог предвидеть, нет никакого «если», Атрей. Твой отец прав. Не все в мире можно держать под контролем. Свана, Спеки. Сюда. Садись, когда будешь готов. Рамтюра. Вот куда нам надо. Мимир, есть ли шанс, что Брока можно вернуть? Синдрей же смог один раз. Может быть, получится снова? Боюсь, что нет, братишка. Когда у души нет фулгия, направления, как у души Брока, покинув телесное пристанище, она не может добраться до озера душ. Он не просто мертв, он лишен посмертия. Возвращать нечего. Значит, все. Атрей, если бы мы могли сделать хоть что-то, клянусь, мы бы это уже сделали. Я знаю. Да и глупо было на что-то надеяться. Что в озере нет воды. Вот бы сейчас сесть в лодку и уплыть подальше отсюда. Подальше от всего. Нельзя уплыть от своих ошибок. И забыть их нельзя. Я пытался. Да, они всегда будут тебя преследовать, братец. Если хочешь плыть, лучше плыть куда-то. Подъемник у моста еще должен работать. Там мы сможем подняться в храм. Трей, почему ты уверен, что Синдри там будет? Там они воссоединились. Починили то, что сломалось. Он там будет. Синдри. Синдри, мне так жаль. Нет, не хочу ничего слышать.
Что ты знаешь о Шалосе? Мы заставим Одина заплатить за это. Того самого, которого вы привели в мой дом? Нас одурачили. Но некоторых из нас одурачили больше. Так ведь? Я отдал тебе все. Свои умения, свою дружбу, свой дом, мои тайны, сокровища. А ты брал и брал. И что у меня осталось? Даже семьи нет. Тебе жаль? Вот как выглядит твоё жаль. Я... Что нам сделать? Нам? Нет никакого мы. Есть только ты. И ты ни с чем не считаешься. Все, что ты можешь, это уйти нахер отсюда. Идем, Атрей. Оставь его. Не будем тебе мешать. Я думал, что и мы были его семьей. Были. Но мне станет лучше, когда Один ответит по справедливости. Справедливости? Мы ищем несправедливости. Мы ищем мести. Любой путь, которым я иду, ведет к мести. Может, это все, что нам осталось? Пора возвращаться к Фрейе. Когда мы вернемся, мы начнем войну. Выходит, что так. Да. Когда мы искали Тюра в Свартальфхейме, не хотел, чтобы так случилось. Только не ценой жизни Брока.
Мы знаем, Андрей. Мы знаем. Отняли у Синдри все. Не принимай близко к сердцу то, что сказано в горе, даже если кажется, что это правда. Я знаю, что нам надо к Фрейе, но я бы лучше остался в Мидгарде, хоть ненадолго. Да, может, пара приключений напоследок отвлечет нас от всего этого. Ну,
проводники! Это наш шанс! Мы читали средства против сонного заклятия. Yeah!
Как он это провернул? Как этот безумец так долго умудрялся от нас ускользать? Ловко придумано. Посадить ворона в чулан. Мы ведь и не заглянули туда, пока он был в Асгарде. И вся эта гнусность, весь ущерб, что он нанес, вся эта история была создана лишь для того, чтобы мы даже не задумались, сколько он там провел. Он рассчитывал, что мы будем сочувствовать, ничего не заподозрим. Я никогда не считал сострадание слабостью, но именно так он его использовал. Кажется, это фигурка из южных земель. Отец, я переживаю из-за Тора. Почему? В прошлый раз ты не смог его одолеть. Что будет, когда вы снова встретитесь? Что может измениться? В прошлый раз тебя не было рядом. Спасибо. Смотри, тут еще один разрыв. Да!
угодно. И как? Это Лифа! Осторожно, сзади! Лиса! Почти вышло! Лиса! 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 Пол дела сделано. Поищем остальные, братья? Отрей, пойдем. Он исчез. Исчез? Проход к Норнам. Зачем нам туда возвращаться, брат? Я хотел показать Атрею лошадь.
Ты уверен, что Фрейя все еще в доме? А чего бы нет? Тайный лаз Одина вел в обе стороны. Теперь он убрался и больше не прячет ворона в каморке с метлами. Так что в доме безопасно. И тех, кто поможет ей отомстить, она не отвергнет. Да, теперь эта месть касается нас всех. И никакой подложный Тюр не сможет сбить нас с толку. Надо же было так исказить стремление Тюра к миру. И мое. Мастер Кратос, молодой мастер Атрей, как я рад видеть вас в добром здравии. Мои глубочайшие соболезнования. Я не знаю, что сказать. То, что случилось с мастером Броком, просто чудовищно. Подумать только, что подобное могло случиться в моем доме. Мне невыносимо больно. Мастер Синдри в порядке? Нет, но он цел. Он вернулся в Мидгард. Ясно. Даже представить не могу силу его горя. Прошу, берегите себя. До новых встреч. Вали уже отсюда! Вернулся. Ты с нами? Хорошо, пора. Просвети, пора что? Пора объединить миры против Одина. Раз и навсегда. Тюр пытался это сделать. Настоящий Тюр. Его все любили, но и он не смог. Тогда нужно постараться. Если не мы, то уже никто не сможет. Приближается Рагнарёк. И Один уже выведал все наши планы. Да, застать его врасплох не получится. Более того, есть лишь один способ попасть в Асгард напролом. Гьеллархорн. То есть... Пойдем через храм Тюра здесь. Стена Асгарда здесь. И у нас на пути встанет воинство Эйнхериев. Значит, нам нужны свои армии. Столько, сколько ответят на зов. Сколько он не ожидает увидеть. Это чтобы дойти до стены, а чтобы разбить ее, нам будет нужен Сурт. Рататоск смог кое-что раздобыть. Мы пойдем втроем. Я знаю, где искать. Славно. Союзники, кто у вас на примете? Я пойду в Хельхейм. Воззову к армии мертвых. А я вернусь в Альфхейм. Объединю эльфов. Так запросто? Объединишь их после столетий войны? Но в Альфхейме меня любят. А ты в Ванахейм? Да. Поищу Сигрун и свободных валькирий. У Мидгарда армии нет. И у Нифльхейма, и у Йотунхейма. Остается Свартальфхейм. Свартальфхейм пойду я. Синдри? Ты уверен? Я же сказал. Решено. Удачи нам всем. Муспельхейм за последним огненным великаном. Почти завидую другим, им попроще. Что-то надо? У меня есть. Ребята, я хотела сказать, если вам что-нибудь понадобится, приходите. Я буду либо здесь, либо в одной из старых лавок Брока и Синдри. Да, нам всем сейчас тошно, но я люблю, чтобы руки были заняты делом.